Осенний микс категории крем, позиция называется премиум Шотландия. Тут уже более теплый микс. Платье размер указан L. Скажем, новогодний такой стиль уже. Атмосфера размера 36-34, юбка маленького размера, кожа зам. И вот еще одна у нас этикетка, новая женская рубашка, размер 10,6, ну, получается где-то средний размер. Атмосфера 38-36, вещи без износа. В основном женские, а мужских не так много. Ну и детские вещи тут тоже встречаются. Мустанг, Элька, бренды хорошие. Мустанг это у нас тоже известный, популярный бренд. Элька с этикеткой, новая блузка. Не вижу бирки. Что-то, по-моему, детская. Детских вещей не так много. Элька. Ну, сейчас посмотрим. Иногда мешки отличаются друг от друга. Бренд Next, размер 8. Туника, скажем, в хорошем состоянии. Пока без пятен, без брак у нас вещи идут. Но это только начало. Колготки. Бренд Изабель. Написан Лондон. Марк Спенсер. Марк Спенсер это платье небольшого размера. Вот еще одна новая вещь из этого мешка. Их много здесь будет этикеток. Бренд Sublevel, размер L. Атмосфера 48, указан европейский размер. Соответствует 54 российскому размеру. Мужские трусы. Так, это бренд Topshop. Размер указан 38 европейский. Атмосфера 38 размера соответствует 44 российскому размеру. Состояние вещей очень хорошее. Пока вот без износов, без катышков, без пятен. Что еще может быть? Orsay. Бренд Болеро небольшого размера. Размер здесь указан 36-30. Брюки мужские. Так, атмосфера 42-й. Европейский размер указан, 48 российский получается. Далее 46 размер, тоже большой размер. Кстати, вот много больших размеров в этих миксах. Бирку срезали, платье примерно среднего размера. Эмочка 182-188 сантиметров указан рост. Даже так, баскетболистка. Бренд New Look, 12 размер. Далее мужская рубашка. Вот и бирку срезали, и этикетку сорвали. Чем это платье не понравилось, я не знаю. Размер примерно М-ка визуально. Мужской джемпер М. Тоже в хорошем состоянии. Вот, кстати, обратите внимание на резинку. Лежит нормально. Без катышков. Вот они, детские штанишки. Целых 3. На 3-4 года 98-104. В разных цветах. Я как-то некрасиво их сложил, ну да ладно. Закроем вот этим, вот этой жилеткой. Так. Трусы женские большого размера. Бодик. Так, далее у нас 44-й здесь указан размер. Выходит 50-й примерно российский. 18-й размер указан. Кстати, это Шотландия, категория КМ, премиум называется позиция. Осенние уже миксы, они теплее, чем лето, хотя футболки и какие-то легкие там вещи тоже могут оказаться. Вот еще одно платье красивое, скажем, новогоднее. Вещи более теплые, вес мешка 35 килограмм, мужская рубашка новая. Новых вещей тут много. В основном женская одежда, как обычно. Ну, мужские, видите, тоже попадаются. М-ка. Вещи интересные, модели современные, вес 35 килограмм, цена недорогая. И как я уже говорил ранее, это именно летняя идет сборка. Для кого-то, если это о чем-то говорит, думайте сами. Здесь
12 размер, River Island, то есть платье маленького размера. Десятый размер, новая юбка с этикеткой и новый платок также, кстати, с этикеткой. Новых вещей тоже очень много. Атмосфера 36-й получается, 42-й российский. Маленький размер. Так, вот здесь веревочка осталась, этикетку оторвали. 44-й размер, соответственно, 50-му российскому размеру. Далее теплый джемпер, размер XL, мужской, кстати, он тоже без катышков, без пятен. И резинка не растянута, все хорошо. Ну вот летние какие-то вещи, летняя одежда тоже присутствует, демисезонный микс. Бренд Тополина, 122 сантиметра, указан рост. Тридцать восьмой размер, атмосфера, забирай. Женские брюки, марка Атмосфера, 44-й европейский размер. У нас нижнее белье тоже есть, я имею в виду бюсты, трусы. 122 сантиметра на 7 лет. Джордж. Папайя. Размер 20 указан, большой размер. Бренд Тью, размер 10. И новые джинсы женские. Женские. Бренд Next. 40-й европейский размер. Так, здесь почему-то нет этикетки. Марк Спенсер. Бренды популярные. Вот Джордж, Марк Спенсер, Next. Zara вроде не было, но, наверное, будет. H&M. Так, M-ка. Вот еще одно платье. Так, двоечка. Я не знаю, что это за размер. Обычно Франция так, по-моему, отмечает. Однерка, двойка, тройка, четверка. Не разбираюсь, честное слово. Восьмой этот указан размер. Next. 36-й европейский. То есть, получается, 42-й российский. Вот примерно так. А, вот смотрите, джемпер, и здесь у нас пятнышко есть, маленькое пятнышко. Это я его из пакета достал. А, ты из пакета достал? Да, кстати. Из пакета XL. Но вот есть маленькое пятнышко. Так, далее. Эсмара. М-ка 40-42, 46-48 российские размеры получаются, и... Штанишки. Это Джордж на 9-10 лет детские. Новая юбка марки Атмосфера 42-40 указаны размеры. Соответствует 46-48 российскому размеру. Где-то так примерно новая. А нет, не новая. Просто в хорошем состоянии мужская футболка. Хлопок. Большого размера была футболка. Кардиган и манго М-ка. Еще одно платье большого размера. Так, 40-й размер. По-моему, мальчика была женская. И 152 сантиметра здесь указан рост. Детская юбка. 38-й европейский размер. ХБшные штанишки женские. New Look, 14-й размер указан. New Look, как вы знаете, это английский бренд. Что-то такое, по-моему, уже было. Как будто. Восьмой размер. Это, кстати, комбинезон. Как видите, размер маленький. Платье. Так, это у нас Джордж. New Look. Размер 14. Так, детские трусики на 6-7 лет. 116-122 сантиметра. Там был указан рост. Папайя. 14 размер. Далее Элька. Тоже в хорошем состоянии. Вот у нас единственная одна вещь, по-моему, была с пятнышком. Остальные вещи в хорошем состоянии.
Без пятен, без катышков. М-ка, новая мужская футболка. И вот еще Элька. Еще одна этикетка, так скажем. То есть много тут новых вещей с этикетками. 16-й здесь указан размер. Так, годик детский. И H&M 38-го размера женские брюки. Папайя. Папайя 18-й размер платья. То есть 18 это далеко не маленький размер. Это, скорее всего, XL. Ну, Элька как минимум. Next S-ка. Мужской кардиган. Марки Next. Размер, правда, маленький. Далее, 12 здесь указан размер. Ну, как видите, осенние миксы уже более темные, чем летние. Еще одно платье, я только никак не разберусь, где эта штука должна быть. На плечах, наверное. Так, 42-44, атмосфера. 48-50 по-русски. Атмосфера 42 размер. Так, бюст большого размера. 85D бренд Binotti. В хорошем состоянии. Конечно, на теле лучше смотрится, чем здесь. Автограф. Это линейка Марк Спенсера. Next размер 14. Тоже с этикеткой, кстати. И вот еще одна вещь с этикеткой. Тоже марка Атмосфера. 48 размер. Так, женский кардиган. Хотел сказать водолазка, да, оказывается, нет. Сейчас посмотрим. Размер, к сожалению, не указан. Это платье. Но фигура должна быть просто идеальна, чтобы носить такое платье. Марк Спенсер. Размер 14 указан. Если есть такие, скиньте номер. Так, 10 размер. Далее вот еще одно платье на бретельках. H&M. M-ка это джемпер. Размер M. Средний получается. Забери, пожалуйста. Спасибо. Next. 12 размер указан. Блузка с короткими рукавами. Точнее, вообще без рукавов. 12 размер указан. Вот, кстати, для школьников просили брюки. На 3-4 года 98-104. Хотя в этом возрасте, по-моему, еще не ходит в школу. Элька. Так, 38 размер указан. Атмосфера. 42-44 с этикеткой. Заметили, наверное, да? Мужская рубашка большого размера. Маленькое платье, 36-й европейский размер указан. Тоже фигура. Все еще жду номерочек. Next, размер 40-й. Кстати, вот эта куртка уже осенняя. Давайте мы ее поближе рассмотрим, да? В отличном состоянии. То есть посмотрите на воротник. Замки работают, пуговицы на месте и рукава чистые. Так, женские трусы. Next, размер указан здесь 12. Emporio, Prima Emporio, итальянский бренд, размер S. Вот эту обувь мне давно глаза мозолят. Давайте мы все-таки их посмотрим. 45 размер. 45-й. Все, видели? Я убираю. Так, еще одно вот платье. Кстати, платьев не считал сколько, но достаточно много, по-моему. Большой размер это было. И на 3-4 года. Штанишки. Вот еще одно платье, правда, на этот раз уже маленького размера. Детская, по-моему, куртка. Джордж. На 7-8 лет 122-128 сантиметров указан рост. В хорошем состоянии. Шестой размер. Какой-то шестой, не знаю, что за размер шестой.
Себестоимость, кстати, недорогая. 10,8 евро стоимость 1 килограмма. Марк Спенсер миксит, не знаю, где-то 26-27 тысяч, наверное, стоит данный микс. Игрушка новая. Симпатичная. Так, и детские трусики. Эсмара 36 европейский размер. Тонкий женский джемпер. Юбка. Так. К сожалению, размер не указан. Еще одна юбка. Размер М, кстати, с этикеткой Zara. Детская футболка. Хлопковые трусы. Тоже из хлопка. Мужские, женские. По-моему, палантин или шарфик. Вот. Все-таки палантин. Акрил стопроцентный. В составе, если кому интересно. Гэри Вебер. Большого размера. И вот мужская новая рубашка. 100% хлопок. Джордж. Размер 2XL. Написано полиция. Мусорские штаны какие-то. Так, детские трусики. Не знаю, что такое. Давайте откроем, посмотрим. Ментовские, не мусорские, да? Меня тут поправляют, говорят, ментовские. Не прошло я цензуру. 38-й размер указан, это оказалось платье. Так, папайя, размер указан 14-й, большой размер. И мы уже заканчиваем. Это у нас предпоследняя вещь. И самое последнее, что осталось на дне мешка. Детские трусики на 4,5, 104-110 сантиметров указан рост. Что ж, на этом все. Жду телефончик.